Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Тухачевского. Читающий транспорт представляет. До 1780 года название города Симбирска писалось и произносилось через «э». О том, откуда пошло название города Симбирск, вы узнаете из книги Ильи Таранова «Как посадки травов в Симбирск-Дон». Слышал я мудрое речение боярин от алатовского сыщика, что Мартма, который живет здесь перед нами, назвали эту гору Сим, что переводит в это так значило «зеленая гора». Наверное, если Кузовский князь взял себе похожее имя Сим, улица Рылеева. Детская областная больница.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – гостиница «Венец». Читающий трамвай представляет Симбирские легенды из книги Николая Александровича «Озеро Марина». Двери закрываются.